Мадрид – столица и крупнейший город Испании, а также второй по величине город Европы после Берлина, с богатой и яркой историей, которая восходит к 9 веку, когда мусульманский эмир Кордовы Мухаммед I приказал построить крепость на берегу реки Мансанарес. Крепость называлась Магарит, которая позже превратилась в Мадрид. Друзья, я сделаю небольшое вступление в историческую часть. Знаю, что многие из вас сразу хотят рекомендации по местам, но все же я хочу сказать вам пару слов о некоторых событиях, потому что они повлияли на формирование города. Также дам рекомендацию по гостинице и по основным достопримечательностям Мадрида. И не только Мадрида, обо всем по порядку. Мадрид – самая высокогорная столица в Европе, расположенная на высоте примерно 667 метров над уровнем моря. У нас принято считать, что символом России является медведь, но только вот права на Мишку мы не выкупили, и он также изображен на гербе Мадрида, или как вы видели в одном из моих швейцарских видео, на гербе Берна. В мадридском гербе изображен Мишка, который тянется к так называемому мадронию, или земляничному дереву. В средние века Мадрид был маленьким и незначительным городком, но он приобрел значение в 1561, когда король Филипп II сделал его столицей Испании. В 17-18 веках Мадрид стал одним из важнейших культурных центров Европы с процветающей художественной жизнью, которая дала начало испанскому стилю барокко. Город также играл ключевую роль в Испанской империи. В 19 веке Мадрид пережил период политических потрясений, сопровождавшихся несколькими волнениями и революциями. Включая гражданскую войну в Испании, в 1960-х в Мадриде начинается культурное и экономическое возрождение с появлением Мовида Мадриленья, контркультурного движения, которое подчеркивало креативность, свободу и индивидуальное самовыражение. Этот период ознаменовался расцветом некоторых из самых известных испанских художников, музыкантов и писателей, включая Педро Альмодовара, Хоакина, Сабину и Антонио Лопеса. Сегодня Мадрид – космополитичный и оживленный город, известный своим богатым культурным наследием, музеями, художественными галереями и ночной жизнью. Вокзал Аточа – крупнейший железнодорожный вокзал Мадрида. Здесь курсирует скоростной поезд АВЕ. Отсюда за 2 часа 30 минут вы доберетесь до Барселоны, менее 2 часов до Валенсии, 3 часа до Севильи и Малаги. Как обычно я делаю во время путешествий, я выбираю отели рядом с вокзалом, чтобы можно было быстро уехать куда угодно. В Мадриде я остаюсь в отеле NH Nacional, и в этом отеле, кстати, когда я оставался, также и некогда лучший теннисист в мире Энди Мюррей, и он оставался на том же этаже, что и я. И вот у меня, кстати, с ним фоточка. От отеля 5 минут пешком до вокзала, 5 минут до музея Прадо, и отсюда пешком вы дойдете до всех основных достопримечательностей. В 1992 году старый вокзал подвергся реконструкции, которая включала строительство большой оранжереи, получившей название Atocha's Greenhouse. Это тропический сад, где сейчас находится 7000 растений, и здесь же обитает 260 видов животных. С вокзала обязательно отправьтесь в Толедо, город на юге Мадрида.
Ехать всего 35 минут. Это исторический город, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своему обширному культурному и монументальному наследию и историческому сосуществованию христианской, мусульманской и еврейской культур. Город имеет богатую историю, восходящую к римским временам. Он был важным центром в период вестготов. Был домом для процветающей культуры под властью мусульман, позже стал столицей королевства Кастилия и важным центром католической церкви в Испании. Как я отметил, Толедо называют городом трех культур из-за смешения христианской, мусульманской и еврейской культур. Толедский Алькасар – каменное укрепление, расположенное в самой высокой части Толедо. Он использовался как римский дворец в 3 веке и с тех пор много раз перестраивался. Возвращаемся в Мадрид. В 20 минутах от отеля находится Пласа Майор. История Пласа Майор восходит к 16 веку. И на протяжении веков она была центром общественной жизни Мадрида, где проходили бои быков, карнавальные мероприятия и публичные казни. Советую вам от гостиницы пройтись пешком. Во-первых, потому что быстро. Во-вторых, красиво. Архитектура площади выполнена в эррианском стиле с однообразными фасадами, богато украшенными балконами и средневековыми фресками, придающими ей аутентичный средневековый вид. На площади установлена статуя Филиппа III, которая была создана итальянским скульптором Джамбалония. Королевский дворец является официальной резиденцией испанской королевской семьи, хотя используется только для государственных церемоний и особых мероприятий. Насчитывает более 3400 комнат, что делает его одним из самых больших дворцов в Европе по своим размерам. Построен он был в 18 веке по проекту итальянского архитектора Филиппа Ювары. Дворец окружен прекрасными садами, фонтанами и статуями. В дворцовом комплексе также находится музей Королевской оружейной палаты. Здание служит прекрасным примером архитектуры испанского барокко с роскошными украшениями и орнаментами, типичными для европейских дворцов того времени. Интерьер дворца включает в себя различные комнаты, украшенные замысловатыми фресками, гобеленами и картинами таких знаменитых художников, как Гоя и Веласкес. Собор Санта Мария Ля Реаль де ля Альмудена. Еще одна культовая достопримечательность Мадрида. Расположен рядом с королевским дворцом. Первоначально собор был спроектирован в 16 веке, но достроен только в 1993 году. Собор был назван в честь Девы Альмудены, святой покровительницы Мадрида. Дизайн собора представляет собой смесь различных архитектурных стилей, включая готический и неоклассический. Здание имеет очень характерный фасад, который выполнен из гранита и украшен различными религиозными символами и изображениями, включая Святую Троицу. Обязательно зайдите внутрь, там вы увидите оформленные витражи, сводчатые потолки и подробные фрески. Одной из наиболее примечательных особенностей собора является королевская часовня, которая является местом последнего упокоения многих испанских монархов. В соборе также находится один из самых больших органов в Испании, насчитывающий около 6000 труб. Если у вас будет возможность, поднимитесь на крышу собора. Так вы сможете увидеть многие достопримечательности с высоты птичьего полета.
Из собора отправляемся на Испанскую площадь. Пласида Испания является одной из самых известных достопримечательностей города. Она была построена в 1920-х годах и расположена в самом центре Мадрида. Площадь была спроектирована испанским архитектором Антонио Паласиосом. Площадь является примером архитектуры эпохи Возрождения в Испании, для которой характерно использование кирпича, камня и кованого железа. В центре площади стоит памятник Мигелю де Сервантесу, знаменитому испанскому писателю и двум его культовым литературным творениям – Дон Кихоту и Санчо Пансе. В больших полукруглых зданиях, окружающих площадь, первоначально размещались Министерство иностранных дел Испании и Институт Сервантеса, который по сей день предлагает курсы испанского языка и культурные программы. Что касается иностранных языков, не забывайте заходить к нам на сайт, там консультанты помогут вам выбрать любую страну, город и учебное заведение согласно вашим желаниям и предпочтениям. Мадрид известен своей богатой художественной культурой. Здесь находятся некоторые всемирно известные музеи, в том числе музей Прадо, музей Королевы Софии и музей Тисена Барнемисы. Их часто называют «золотым треугольником искусства». Музей Прадо является одним из самых посещаемых мест в мире и одним из величайших художественных музеев мира. Коллекция европейского искусства включает произведения с 12 по начало 20 века. В музее представлены одни из самых значительных шедевров в истории западного искусства. Среди них «Менины» Диего Веласкеса, 3 мая 1808 года Франциско Гои, «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Помимо испанских художников, здесь представлены работы и других выдающихся мастеров: Тициана, Рубенса, Босха, Эль Греко. Само здание музея также представляет собой уникальный объект архитектуры. Главное здание было спроектировано Хуаном де Вильянуэво, одним из самых важных архитекторов испанского просвещения. Рядом с музеем Прадо находится один из самых больших парков Европы – парк Эль Ретиро. Его площадь 125 гектаров. Здесь растет 15 тысяч деревьев. Здесь есть большое озеро и красивый стеклянный дворец. Кулинария. Здесь тысячи баров и ресторанов, но есть один, на который вам стоит обратить внимание. Самый старый ресторан в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, ресторан Тебатин открыт в 1725 году. Ресторан уже почти 300 лет предлагает блюда традиционной испанской кухни. Он особенно известен своим жареным поросенком и ягненком, которые готовятся в печи. Ресторан сохранил свой первоначальный интерьер и упоминается в романе Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце». Шоппинг. Гранвия, дословно большая дорога или улица. Ее часто называют испанским Бродвеем. Является центром магазинов, ночных клубов и яркой уличной жизни. Пометочка. Здесь часто бывает многолюдно. Здесь нет сиесты. В отличие от многих частей Испании, послеполуденная сиеста в Мадриде не существует. Вероятно, из-за стремительного космополитического образа жизни. Ну и наконец футбол. Мадрид является домом для двух крупнейших футбольных клубов мира. Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Сантьяго Бернабео, домашний стадион мадридского Реала, является одним из самых известных футбольных стадионов в мире.